Здравствуйте. Я хочу поприветствовать всех любителей, ценителей творчества и рукоделия. Меня зовут Дарина, я являюсь дизайнером одежды, и сегодня я принимаю участие во всероссийской выставке продажи «Формула рукоделия». Сегодня стартовал первый день, я хочу поделиться своими впечатлениями и эмоциями. На самом деле мероприятие очень-очень интересное и классное. Здесь витает такой энергия творчества, буквально все ей пропитано. Еще плюс такая новогодняя кутерьма, подарки, какие-то брошки, шапочки, все очень мило, красиво и просто сплошное вдохновение. Вот, я хочу поблагодарить организаторов этой выставки, потому что для меня, как для дизайнера, находиться здесь очень важно. Во-первых, мы можем обмениваться и приобретать очень интересные контакты. Во-вторых, конечно, здесь мы встречаем своего целевого клиента, можем реализовать свою продукцию, имеем такую возможность. Но и самое главное для меня – это то, что я могу отследить, как продвигается, в какую сторону двигается рукоделие в России. Потому что, если честно, в один момент я уже подумала, что все наши женщины побросали нитки, иголки и стройными рядами пошли работать в офисы. Но, к счастью, я вижу здесь, что это совершенно не так. На самом деле, вот мужчина не даст соврать, что женщина должна наполняться творческой энергией. Женщина должна ухаживать и воспитывать детей, заниматься творчеством. Правильно я говорю? Да, я не дам соврать. Вам очень повезло, если вы муж дизайнера. Вам очень повезло, как видите. Здесь много чего происходит, в том числе на ваших глазах происходят совершенно невероятные вещи. Мир полон чудес, мир полон красоты. И мир полон творчества. Спасибо организаторам за такую шикарную выставку и за такую прекрасную возможность находиться и быть здесь в потоке творчества. Если ты еще не пришел на «Формулу рукоделия», мы ждем тебя. Приходи.